Йо, здорово, чуваки, вы на канале Хупс. И сегодня, бро... У нас третья часть с моделью OnlyFans. А не четвертая? Ну не четвертая, что-то много. Третья? Чуваки, напишите. Чуваки, напишите, сколько мы уже наснимали с этими модельками. Для вас этого не па. Бро, я ору. Окей, отправил Саньку, да? Пацаны, позвонил Стефан Карри, говорит, типа, дэм, чуваки, мне нравится ваш контент. Оформляю подписку и вылетаю в Москву. Я увидел эту девчонку. Ее зовут Лера. Я хочу ее увидеть вживую. Всем привет, меня зовут Лера, я модель OnlyFans. Сегодня я буду раздеваться, если, конечно, они не промажут. Ничего, пацаны, let's go. Лера четвертого размера. Лера четвертого размера. Короче, Лер, ты правила все знаешь, нужно будет тебе загадывать нам точку, откуда мы будем бросать. И все, если мы оттуда попадем, ты снимаешь одну вещь, если мы не попадаем, то ты остаешься при своих вещах. Давай, первая точка. Так, ребята, мы будем кидать мяч отсюда, но все не так просто. Вы будете кидать его с закрытыми глазами. Сможете? Чего? С закрытыми глазами отсюда? Да. Бро, ты бросал хоть раз треху на лук? Нет. Я тоже. Сколько? А вы что думали, я так просто разденусь, что ли? Я не поняла. Либо бабки гоните, либо давайте с закрытыми глазами. Окей, окей. Ну давай я первый. Давай. А сколько попыток? Попытки по две, наверное, Лер. Лер, давай две попытки. Давай, три давай. Я сегодня очень щедрая, ребят, очень щедрая. Три попытки. Так, и что, нужно закрыть, да? Закрывай глазик. Окей, поехали, ладно. Сразу вторую можно мне? Да. Окей, вторая попытка. Броу. Ну и третью завершаю. Вот третья должна быть, все, я сейчас подстроился под условия погодные. Давай. Вот так вот. Чуваки, я иногда не... Ой, точнее, я практически всегда открытыми глазами не попадаю. Здесь попал закрытыми, блядь. Я в ахуе. Бро, красавчик, красавчик. Ну, что ты у нас снимаешь? Я видела, он подглядывал, поэтому я не буду ничего снимать. Вот. А кто хочет увидеть его мои сиськи, может подписаться на мой телеграм-канал. Что, сразу реклама начала? What the fuck? Пацаны, goddamn, блядь. Бро, но мне кажется, ты не подглядывал. Чуваки, напишите в комментариях. Чуваки, мне кажется, у меня вообще close-out было вообще. Никогда не видел, темно как в жопе было. Так, а ребят, ну я вообще такая креативная девчонка, поэтому следующая точка будет здесь. Вау! Окей, ну сколько попыточек на эту точку? Две. Справедливо, окей. Бро, я готов эту точку забрать. Забирай. Если ты попадешь с этой точки, я снимаю трусы. Шучу, я без трусов. Уже? Ради трусиков? Она без трусиков. Она без трусиков. То есть это уже демотивация. Хорошо. Так, еще две. Еще все, у тебя нет больше попыток. Все, нет попыток больше. Лузер. Подвинь. Лузер. Бро, опять... Никаких тебе трусиков. Давай, да, я успеваю. Все, я окей. Последняя попытка. Я заберу эти трусики. Для меня это не составляет труда, пацаны. Бро, мне кажется, что делал только я вообще. Последние три видоса, чувака. Ставки бам-бам-бам. Из-за меня телки раздеваются. Ну давай, Лерочка. Лер, ну давай. Ребята, я попросила, я на самом деле без трусов, поэтому я сниму майку. Окей. Окей. Да, да вы на все согласны. Окей, окей. О, словил. Бро, ты везде все успеваешь, бро, жестко. Мой день, что ли? О май гад, посмотри, какая она загореленькая, бро. Щит. Ладно, накаляется обстановочка и переходим к следующей точке. Пойду отнесу. А, ну, точка будет та же самая, что в прошлый раз, только вы будете сейчас кидать мяч
как бы вот так. Спиной. Спиной, да, это называется? Да-да-да. Окей. Че надо? Спиной со штрафного, бро. Давай, окей. Ты опять залетаешь? 3, 2, 1. А, ну тут... А сколько попыток? Ну, давай по 3. 3 попытки. Бро, мне не нужно 3 попытки. Мне они не нужны. What the fuck, Бэм? Что с тобой случилось? А, че ты такой целкий? Я девственница, кстати. Я так быстро никогда не раздевалась, если честно, ребят. Я вам хочу сказать. Ну ладно, так и быть, я сниму носочки. Носочки? А носочки. Среди наших зрителей есть, думаешь, фуд-фетишисты, бро? Бро, ну... У меня есть такие извращенцы. А почему извращенцы? Нормальные люди. Так, простите, мои подписчики, ребят. Носочки можно будет купить, кстати, совсем недорого. $50. Чистые, грязные, как хотите. What the fuck? Пацаны, давайте по сейлу забирайте срочно. $50. Это за каждую пару? Они даже не пахнут, кстати. Окей, носки. Но, Лер, давай договоримся, что в следующий раз ты не снимаешь, типа, там, кроссовки или часы, то есть я только по одежде. Да? Да. Окей. Не буду прыгать вот так еще. На скакалке есть скакалка? Хорошо. Бро, ну лифчик это уже серьезно. Наверное, точка будет лютая какая-то. А теперь, короче, будет, знаете как, я буду приводить закрытыми глазами на точку, раскручивать. А вы будете говорить холодно-горячо ему. Блин, кстати, прикольная идея просто раскрутки. Нет ничего хуже, чем женщина с фантазией, ребят. Женщину с фантазией не так легко раздеть, я вам хочу сказать. Факт. Let's go. Что делать надо? Я... Тебя веду, ты встаешь туда, я тебя веду, типа куда-то сюда, и ты с закрытыми глазами попадаешь. С открытыми? Да ты вообще все время попадаешь, как, что с тобой делать еще, я не понимаю. С открытыми, с открытыми? С закрытыми. Подожди, а как я пойму, куда ты, как? Вот это уже твои проблемы. Хорошо, попробуй просто, можно на одну секунду вот так? Нет, тебе будут подсказывать вам друг. О, давай. Вот для этого я здесь, бро, хотя бы какую-то пользу принесу. Давай, все, давай, отсюда начинаем. Ты сильно не раскручивай, я блевану. Все, давай, я закрыл глаза, я готов. Давай. Так. Ага. Бро, это близко довольно к кольцу, но не прям вот, но типа 2.5 метра. А ты встань под кольцо и скажи. Давай, что-нибудь. Бро, вот он. Я. О, сейчас. И вот, типа, я здесь. А где Саня? Я тут сзади. А что ты сзади-то, ёпта? Ну пробуй, чё. Одна, две попытки? Мне кажется, здесь прямо 100. Всё, окей, с первой попадаю. Нет, бро, посильнее, окей. Бро, прям посильнее. Вот прям посильнее. Ага. Попал хоть куда-то? Прямо в этот, в квадрат, понял, в щит? Четвёртый щит. И давай, послабее чуть-чуть. Был рядом. Нет лифчика пока что у тебя. Но это жесткое какое-то задание, чуваки. Вообще, представляете? Может, ты попробуешь? Давай. Давай. Все, пацаны, моя очередь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я думаю... Так, я готов. Просто вот, да, ровно висит? Да. Давай. Бро, нормального? Смотри, я тебя сейчас направлю. Да. Вот. Вот, да? Вот, да, вот, давай. Все. По силе так же, да? Да. Бля, что подушки, было? Подушки просто попал. Повыше, давай, у тебя последняя так? попытка. Давай. А нет, подожди. Вот так бросай. Вот так бросай. Бля. Что, тоже рядом все, парни? Подушку, да. Ребята, у меня, короче, есть сделка. Какая? Я сниму лифчик, если мы сыграем в мою игру. Какую? У меня будет 10 попыток, и сколько раз я попаду, столько вещей снимаете вы. What the fuck? Чё? Fuck. Ну давай с центра вот сколько попадешь. Ну, типа вот отсюда. Ну не, вот оттуда. Ну, давай. Давай? Да. Давай. Ну ты же ни разу не попадешь, Лер. Отсюда бросай. Ой-ой-ой. Ага, осталось 2, Лер. О, осталась одна.
Вот где словила, там и бросай. Все, бросай. Давай. Ну все. Мы пошли на твои условия. Мы на твои условия пошли. Ты не попала. Все, let's go дальше. О, бля. О май гад. Ну вы видели это? Пацаны. Контент. Это не контент, блядь. Это уже что-то другое. Подпишитесь на канал, блядь, пацаны, наверное. Да. Про Лерочку не забывайте, у нее вроде там вообще что-то жесткое, да, в телеграмчике у тебя есть? Да, анал, двойное проникновение, дети, собаки. Конечно, нет, я приличная женщина, у меня двое детей вообще, ты как я могу так связать? Чуваки, ну что, следующая точка? А что снимает? А что, мне раздеваться-то? Нет, я ничего не знаю. Чуваки, ну вот такую модель мы сегодня позвали, Лера выделяется особыми данными. Да. Владением языком. Ну, в смысле. Чуваки, вы заходите вторую часть, где там уже прямо конкретненько все. Я в трусах приду в следующий раз. Окей, все. Пацаны, спасибо за просмотр. Мальчики, я жду вас всех на своем телеграм-канале.